Кино на ТВ Рус. Завтра увидимся? Ну, а то как же. Я позвоню. У меня появился мужчина. Что у тебя? А что? А у меня до сих пор парня нет. Почему? Может, дело в своем характере? Отстань. Я думаю, он альфонс. А почему ты не хочешь мне счастья? Мам, да ведь он тебя бросит. Я заболел. Ну, давай я привезу тебе лекарства. Прошу тебя, нет. А почему ты не хочешь, чтобы я приехала? Я тебе перезвоню. Вот раз ты мне не веришь, я тебе докажу. Чего докажешь? Сама увидишь. Я пока не могу тебе о многом рассказать. У тебя есть другая. Я хотела бы записаться в секцию йоги. Вы, наверное, новенькая. Как вас зовут? Юля. Меня Евгения, очень приятно. Да уже почти даже я же говорил, что это не так страшно. Да. Нормально? Да, нормально. Только чуть-чуть больновато. Мама. Елена Дробышева, Полина Филоненко и Анатолий Лабоцкий в фильме «Терапия любовью». В субботу на ТВ Рус.